Сегодня прошло рабочее совещание, которое касалось очень и очень важной темы. Это тема наших дачных сообществ, наших групп людей, которые занимаются садоводством и огородничеством. Уже на протяжении более чем год палата занимается этим вопросом, потому что к нам обращается огромное количество людей с тем, что возникают проблемы. Проблемы не только о деятельности этих товарищей, но и проблемы с тем, связаны с тем, что не всегда налажено взаимодействие органов власти и представителей вот этих садоводческих товариществ. У нас была создана инициативная группа, которая поработала достаточно хорошо, были собраны и вопросы, ответы на вопросы, которые к нам поступили от дачников. Мы провели и телевизионную передачу «Точки над «и», где действительно был поднят очень большой пласт вопросов, именно проблемных вопросов. И широкий резонанс вызвала эта передача. Сегодняшнее рабочее совещание, целью которого было посмотреть все-таки, что сегодня нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию, а ситуация, она достаточно непростая, вот тоже вызвало бурное обсуждение. И, в принципе, аудитория разделилась на две части. Одна часть – это те, кто представляли власть, и вторая часть – это те, кто представляли дачное сообщество. Хотя, конечно, мы очень хорошо понимаем, что практически все, кто были и со стороны власти, тоже являются дачниками. Вопросы поднимались достаточно серьезные, и естественно, что практически все говорили о том, что сегодня без поддержки и помощи государства не обойтись, потому что дачные сообщества созданы очень давно. Они нуждаются в финансовой поддержке по благоустройству, по оборудованию дорог, по освещению, по вывозу мусора, по межеванию. И вот ряд достаточно серьезных проблем сегодня были вынесены, обсуждены. И не совсем, нельзя сказать, что все получилось, и мы нашли некий такой консенсус, но я думаю, что самое главное, разговор состоялся, и мы сегодня донесли все-таки до органов власти, что они тоже должны не просто говорить нам, что они делают, там контролируют, надзирают, это можно, это нельзя, а они сегодня действительно на самом деле должны предложить, что же можно сделать власти для того, чтобы вот улучшить эту ситуацию. Ведь все мы вместе, и государство, и представители общества, тех вот активных людей, делаем все возможное, чтобы все-таки сделать качественную жизнь наших людей. И мне кажется, что общественное слушание, которое мы планируем провести в апреле, точку в этом вопросе не поставит. Но то, что на этих общественных слушаниях государство, власть услышит людей, услышит самые болевые моменты, и, возможно, нам все-таки удастся хотя бы два самых главных вопроса решить. Первое – это создать ассоциацию, республиканскую ассоциацию дачников. И второе – разработать органам власти, разработать и принять республиканскую программу поддержки вот, садоводческих и огороднических вот, товариществ. Я думаю, что это уже будет достаточно серьезно, и можно говорить о том, что сдвиги по улучшению ситуации у нас есть.